Приветствую вас, Елена. Вы же понимаете, наверное, что так вот просто взять и перебороть у вас вряд ли получится, да и, честно говоря, не особо-то это и нужно, как мне кажется. Ну, просто потому что... просто потому что это скорее деструктивная история, нежели чем позитивная, потому что пытаюсь себя перебороть, вот как, ну, как вы говорите, да, вы же ничего не улучшаете в себе в этот момент. Вы скорее только себе вредите, вот, потому что пытаетесь перебороть это, вот. Поэтому здесь момент, как мне кажется, такой достаточно важный для понимания, вот, но в то же время важно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, как обстоят дела, потому что, ну, если вы пытаетесь что-то перебарывать, вот, то хорошего из этого получается уже мало. Вот, именно в силу того, что вы себе, по сути дел, сами мешаете, вы пытаетесь себя перебарывать, вы ничего хорошего себе не даете. Вот, поэтому то, о чем говорите вы, это снова попытка проявить силу, вот. То есть здесь, ну, на самом деле, как мне кажется, достаточно простая. Вы запрещаете себе чувства, вот, вы запрещаете себе эмоции, вот, вы запрещаете себе демонстрировать слабость, вот, ну, как мне кажется, это нужно бы поисследовать, вот, чтобы лучше понять, с чем это связано, что вы, ну, что вы запрещаете себе слабость, да, то есть вот что происходит, когда, например, вы демонстрируете, ну, демонстрируете, допустим, людям, что что вам плохо, что происходит в этот момент, и почему, например, это такая проблема, то есть, ну, условно говоря, в чем негатив от этого. Как вы приходите к тому, что вот нужно свои чувства, в общем, скрывать? Я думаю, что у этого есть какие-то основания, да, у этого есть какие-то, ну, какая-то история. У этого есть, как мне кажется, в первую очередь. И эту историю, её надо бы изучить. Надо бы
надо бы ее исследовать. Вот. Если вам интересно, конечно, то самое. А можно пойти, в принципе, еще глубже, да? Можно пойти еще глубже и посмотреть, например, на то, а почему я, там, например, с парнями расстаюсь, да? То есть, с чем это связано, что я расстаюсь с парнями? Ведь вряд ли же просто так это происходит. Вряд ли просто так я расстаюсь с парнями. Понимаете, да? Вот, поэтому вполне вероятно, что имеет смысл и на это обратить ваше внимание, имеет смысл об этом поговорить, да, с вами. Вот, и имеет смысл поработать в этом направлении. То есть, поисследовать вот этот момент. Как мне кажется, поисследовать этот момент для того, чтобы вы смогли в нем лучше разобраться. Вот, потому что сейчас очевидно, что вы здесь достаточно негативно к себе настроены. Вот, и у вас основной момент, это вот слабость и сила. Вот, слабость и сила — это очень хорошо, конечно. Вот, но, как мне кажется, вы, может быть, преувеличиваете значение этого, да, может быть, слишком большое значение этому придает. Вот. То есть, по сути, вы говорите о том, что нельзя показывать свою слабость, по сути. И мой вопрос к вам, он, наверное, именно об этом будет. Как вышло, что вы не принимаете свою боль, какую-то? Как вышло, что вы не принимаете свои эмоции? Вот. Как вышло, что вы считаете это чем-то ужасным, чем-то негативным, вот, чем-то неправильным и так далее. То есть вот вы же, получается, как-то к этому приходите. Вот. И мне очень важно это понять. Вот. Ну и вам хочется верить. Тоже это очень важно понять. Ну, просто потому что
понятно, что по-другому не получится помочь вам разобраться в себе. Да? Вот. Такой ответ вам я могу дать с позиции терапии, вот, с позиции своего опыта, с позиции опыта работы с людьми и так далее. То есть вот отталкивайтесь пока что от такой идеи, что перебарывать вам, именно перебарывать, ничего не надо, да? Вот это отталкивайтесь пока от такой идеи, эта идея, пожалуй, самое важное. А дальше уже можно будет смотреть, куда двигаться, куда вы хотите двигаться, вот, и что вы хотите делать дальше. Ну, то есть, в каком направлении вы хотите двигаться далее. Вот. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. То есть тут некий конфликт, вот, который вы пытаетесь решить. Вот. Есть элемент стыда, есть элемент, ну, вероятно, есть элемент тех мотивов, которые вами движут, когда вы вступаете в отношения. Вот, есть элемент мотивов, когда вы пытаетесь скрывать свои чувства, да, и так далее. Вот, это такой момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, вы к себе прислушаетесь, и надеюсь, что мой ответ даст вам определенный отклик, вызовет у вас определенный отклик, вот, который послужит началом продуктивной работы над собой, что приведет к улучшению вашей жизни, что приведет к улучшению качества ваших отношений, вот, и поможет вам решить ваши трудности и проблемы. Вот. Удачи вам, всего самого доброго.